Кручу, верчу, запутать хочу. 22. Гуси-лебеди. Пролетаем. Олимпийская премия за хорошее зрение. 11. Барабанные палочки. Пролетаем. 90. Дед, сколько ему лет? Когда я был маленьким. О, 42! Я тоже бегал, прыгал, играл мячик, но когда нужно, я был тише воды, ниже травы. Я воспитывал себя... О, 13! Партия? Пролетели. Все, тихий час. Я не могу спать днем. У меня природа такая. Надо воспитывать свою природу. Как же ее воспитывать? Это ж природа. Воспитательный процесс – это прежде всего дрессировка, тренировка. Сейчас я хлопну в ладоши, ты примешь горизонтальное положение, закроешь глаза и уснешь. Начали! Спишь? Повторим. Итак, повторяю 232 раз. Лежишь с закрытыми глазами, значит, спишь. Получилось. Я так отоспался, что теперь и ночью не усну. Ага. Копатыч, что потерял? Лопату воткнул куда-то и... Что это с ним? Не знаю. Кажется, он спит. Грош! 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 А, что? Что такое? Вот дает, а! Кажется, я знаю, в чем дело. А что я такого сделал? Я вырос, воспитал. У него замечательная способность. Может теперь спать и набираться сил, когда захочет. Достаточно лечь и закрыть глаза. Безусловный рефлекс в норме. Открой рот. Да в том-то и дело, что никогда захочет, а когда рядом что-нибудь хлопнет. Не преувеличивай. Что? Что такое? Да не будите вы его уже. В воспитательном процессе главное выработать полезные рефлексы. Утром делать зарядку, перед сном чистить зубы, при встрече всем говорить здрасте и так далее. А если ты не хочешь кому-то говорить здрасте? Если хорошо воспитан, хочешь, не хочешь, а все равно скажешь. От рефлексов не убежишь. Спит? Это и так понятно. А что вы от меня хотите? Слушайте, а что со мной происходит, а? Подожди. Ты же у нас самый умный. Сделай же с ним что-нибудь. Почему я постоянно вырубаюсь? Минуточку. Что я могу сделать? Ты у него выработал рефлекс на хлопки. Какой рефлекс? У меня рефлекс. Почему я вырубаюсь? Надо его теперь перевоспитать. Как? Выработать новый рефлекс, чтобы он на хлопки не засыпал,
а просыпался. Ты хлопай, я трясу. Может, хватит уже, а? Получилось! Я же говорил, от фиксов не уйдешь! Получилось!